Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, товарищи. Сегодня вебинар. Как в домашних условиях избавиться от боли и тяжести в ногах, отеков, варикоза, артроза, цистита и недержания. Ну, вы понимаете, чего. В данном случае мочи. Вы узнаете, как вернуть здоровье ногам, чтобы снова свободно ходить, не бояться лестниц и даже бегать. Мы покажем, как избавиться от недержания мочи. Вы будете реже вставать по ночам и не бояться неприятных ситуаций вне дома. И все это без таблеток, операций, с помощью простых и эффективных методов восстановления организма. Почему вы сегодня здесь? Возможно, вы уже знакомы с такими проблемами, как боль в ногах, проблемами варикоза, отечности, тяжести, и ищете решение этих проблем. Напишите цифру 1 в чат, если это знакомо вам. Возможно, у вас боли стали уже такими сильными, что ходить тяжело, приходится вести малоактивный образ жизни и лишний раз не выходить из дома. Напишите цифру 2, если это знакомо вам. Или вам приходится ежедневно пользоваться прокладками на всякий случай неожиданностей, которые постоянно случаются, эти неожиданности, когда вы просто чихнули или закашляли, или даже попытались засмеяться. Поставьте цифру 3 в чат, если это знакомо вам. Или вам приходится планировать выходы на улицу, где есть туалет. Вы заранее продумываете все маршруты, где можно будет сходить по нужде. Напишите 4 в чат, если это знакомо вам. И не надо стесняться. Знаем, что обычно принято замалчивать эту проблему. Может быть, вам стало сложнее выполнять привычные дела, такие как работа в огороде, уборка в доме, или вам уже сложно просто ходить без боли. Поставьте или напишите цифру 5 в чат, если это знакомо вам. Вы уже пытались решить свои проблемы, обращались к врачам, пили лекарства. Результат либо временный, либо его вообще нет. Напишите «я» в чат, если это про вас. В любом случае, независимо от причины, по которой вы сегодня здесь, вы в правильном месте. И на этом вебинаре вы узнаете о том, как навсегда, именно как навсегда, избавиться от боли в ногах и проблем с мочеполовой системой. И все это возможно без мази и таблеток. Знаем, что многие без мази и обезболивающих даже выйти на улицу не могут. Но они не будут нужны вам. Потому что мы предлагаем восстановить ваш организм и избавиться от боли в ногах навсегда. С помощью наших авторских методик, которые включают в себя специальные упражнения бескислородной гимнастики и воздействие на биологически активные точки. Специальные биологически активные точки. Не какие-нибудь любые. Сегодня мы с вами выполним 3 комплекса упражнений. Первый комплекс. Поможем избавиться от боли и тяжести в ногах. Жжение и судороги снизятся или пройдут вообще, а отеки станут меньше. Появится ощущение тепла и комфорта. Цена отдельно этого комплекса 1400 рублей. Но сегодня бесплатно для вас, но только в сегодняшнем эфире. Второй комплекс. Мочевой пузырь укрепится, а позывы сбегать по-маленькому сократятся. Не будет нужды при кашле и чихании ставить ноги крестиком и испытывать чувство неловкости и даже испанского стыда. Обычная цена этого комплекса 1600 рублей, но сегодня бесплатно для вас и только в сегодняшнем эфире. Третий комплекс мы сегодня с вами выполним, и благодаря этому комплексу упражнений вы вернете себе крепкий и здоровый сон. Вам не придется каждый час вставать в царскую комнату, не будет боли в ногах. Благодаря этому уже завтра вы проснетесь отдохнувшими и с хорошим настроением. Отдельная цена этого комплекса 1900 рублей. Сегодня бесплатно для вас, и это только сегодня в эфире. Итак, как связаны ноги и мочеполовая система? Почему мы объединили эти две темы? У вас есть идеи, уважаемые коллеги? Напишите, пожалуйста, свои соображения в чат по этому поводу. Да, на первый взгляд кажется, что эти части тела живут своей отдельной жизнью, где, например, ноги, где мочевой пузырь.
Но на самом деле эти системы тесно переплетены, как тонкие нити одной ткани. Кстати, очень дорогого материала под названием человеческий организм. Очень дорогой материал. Есть проблемы с ногами, часто это связано с нарушением работы почек, которые являются частью мочеполовой системы. Почки выводят из организма все ненужное, все отработанное, токсины и лишнюю жидкость. И напрямую влияет на здоровье наших ног. Почему вы должны держаться за перила вместо того, чтобы бегать по лестнице? Почему ноги отекшие, а не стройные и красивые? Нет, дело не в возрасте. Это вопрос стоит задавать почкам вашим. Ведь от их работы зависит, как чувствуют себя ваши ноги. Когда почки работают хорошо, то это поддерживает здоровье нервов ног и прежде всего седалищных нервов. Если с ними все хорошо, то вы легко двигаетесь и не стесняетесь своей походки. Но если почки работают так себе, плоховато, то тогда в организме накапливаются токсины, которые повреждают нервы, и нервные сигналы уже хуже передаются мышцам. Это вызывает слабость в ногах, боль, затруднение при движении и в целом категорически влияет на систему обмена, на систему вашей молодости. Кто уже заметил, что ноги стали тяжелее, вы быстро устаете, и даже обычный поход в магазин за продуктами или недолгая прогулка даются вам с трудом. Напишите «я» в чат. Это признак того, что есть сбой в работе мочеполовой системы, в частности, работы почек. Кроме того, плохая работа почек приводит к отекам. Лишняя жидкость остается в тканях, и ноги начинают опухать. Но хорошая новость в том, что восстановив работу почек, можно избавиться от отеков и вернуть легкость движения вашим ногам. Еще одна причина проблем с ногами может быть связана с органами малого таза. Например, опущение матки и других органов может сдавливать сосуды, что нарушает отток крови от ног. В результате кровь застаивается, появляется варикоз и сосудистые звездочки и другие внешние артефакты. Это сигналы, на которые важно обратить внимание и вовремя заняться своим здоровьем. Организм наш – сложная система, где все взаимосвязано, поэтому не стоит забывать и о гормональном фоне. Проблемы с гормонами и мочеполовой системой могут усиливать симптомы во время менструации и климакса, вызывая сосудистые сеточки, пятна, изменение цвета кожи на ногах. Вы уже ощутили на себе, что с возрастом каждый шаг дается вам тяжелее? Напишите «да» в чат, если это касается вас. Если не решать проблемы, то с годами движение становится тяжелее. Ноги болят, суставы скованы. Но чем меньше вы двигаетесь, тем более слабыми становятся мышцы. И это усиливает боль. Вы попадаете в замкнутый круг боли, из которого тяжело выбраться самостоятельно. И тогда таблеток становится в ваших тумбочках и около ваших кроватных принадлежностей все больше и больше. Количество мази резко нарастает. А физиотерапия почему-то перестает вам помогать. Вы решаете обратиться за помощью, но стандартная медицина лишь снимает симптомы. Да, в текущем моменте стало легче, но проблема с мочеполовой системой не уходит. Почки работают хуже, что ослабляет мышцы, в том числе тазового дна. Также кости становятся более хрупкими. Все это увеличивает риск переломов и ухудшает подвижность. Поэтому важно следить за здоровьем почек и мочеполовой системы, чтобы мышцы оставались сильными, а кости крепкими, чтобы вы не боялись упасть и остаться до конца жизни, ну, минимум в инвалидном кресле. С ослаблением мышц ослабевают и мышцы тазового дна. Это приводит к тому, что мочевой пузырь уже не контролируется так хорошо, как раньше. Это вызывает протечки при кашле, смехе или физических нагрузках. Даже элементарные психоэмоциональные реакции могут вызвать недержание. Укрепление же мышц этих может помочь вам вернуть контроль и уверенность в себе. И это доказано на огромном количестве ваших результатов.
Ну, к сожалению, проблема замалчивается, особенно среди женщин. Ну, вы же помните статистику, что 40% женщин старше 60 с этим сталкиваются. И, кстати, не только это касается женщин старше 60, и более молодой возраст также подвержен, особенно послеродовое восстановление или когда используется эпидуральная анестезия, ну и сложные роды бывают. То есть там достаточно, а последствий цистита сколько разных, достаточно таких ситуаций и в более молодом возрасте случаются. Поэтому вы не одиноки, и замалчивать такую проблему просто нельзя. Думаем, что многим в этом чате знакомы эти неприятные чувства. Недержание мочи стало частью жизни. Ощущение того, что в любой момент может случиться конфуз. Даже если вы просто чихнули или чуть-чуть сильнее посмеялись. Не стесняйтесь, напишите плюс, если это случается с вами. Пожалуйста, не стесняйтесь. Никто вас на ковер не вызовет, никто имя, отчество ваше не спросит, никто не узнает ваш адрес. Мы это делаем для того, чтобы мы для себя, как врачи, как ученые, могли все-таки определить внутреннюю статистику аудитории. Но и через эти проблемы решать проблемы других людей, чтобы они поняли, что они не одни в этой проблеме. Потому что проблема максимально социальная. Да, спасибо. Вот ставите большое количество плюсиков. У нас здесь максимально все анонимно. Не переживайте. Вы видите, как много людей на самом деле страдают этой проблемой? Миллионы женщин по всей стране чувствуют себя неуверенно, особенно когда идут на улицу или в гости. Но проблема же не уходит, поэтому приходится подстраиваться под это и чаще ходить в туалет до выхода из дома, или пить меньше воды, ну или каждый день использовать прокладки и жить с мыслью, а вдруг это снова случится и даже прокладка не спасет. А теперь задумайтесь, почему это происходит. Задумайтесь, почему звучат эти фразы, почему это нормально и почему с этим стоит мириться. Да, миллионы женщин и мужчин в возрасте, даже не хочется говорить, в каком возрасте, потому что он настолько разномастный. Вот мы с Татьяной один наготове с 3 часами, ну, перелопатили огромное количество статистических материалов. Американцы указывают на возраст 42+, англичане указывают 47+, немцы указывают 36+. Французы указывают 55+. Ну так на что нам ориентироваться? Мы ориентируемся на данные по России. Вот те, которые Татьяна Владимировна вам осветила. Подниматься по лестнице, подтягивать себе за перила – это нормально? Или вовсе спускаться задом, как рассказала нам наша ученица? А теперь представьте себе, спускаться вниз задом. Да, миллионы людей не спят ночами и мучаются от боли в ногах. Но жизнь может быть другой. И ведь люди ищут решение проблем, обращаются к врачам. Но что медицина стандартов говорит, если проблема не уходит? Ну, носите прокладки, все это делают в вашем возрасте. Вот, ровно то же самое подтверждает, что я сказал минутами выше. Не все. Далеко не все. И те люди, которые с нами занимаются по этим программам на протяжении долгих лет общения с нами, как раз таки являются ярким примером того, что с этим нужно и важно бороться. Мы приведем вам пример истории человека, который уже опробовал наш метод на себе. Один из тысячи. Мы помогли сотням тысяч простых людей прийти к жизни без боли и полной энергии. Пожалуйста, участники, кто пришел уже к такой жизни, напишите, это я, к жизни без болей, без болезней. У вас повысилось количество энергии, увеличилось количество жизненных сил, вы теперь можете себе больше позволять. Напишите, это я, чтобы все остальные участники понимали, что это возможно, и это реально, и целое... Ну, я не знаю, большая плеяда таких людей уже есть, которые постоянно приходят на наши занятия, занимаются с нами и развивают себя, улучшают свое здоровье, улучшают качество своей жизни. Напишите, пожалуйста, это я.
Кто знает, как жить без боли, и даже если боли появляются, точно знает, как можно быстро от них избавиться. Да. Если вы сомневаетесь в том, что это работает, то давайте расскажу вам еще одну историю про женщину, которая же попробовала на себе наше упражнение. Эту женщину зовут Ирина Рыбкина. Ей 70 с чем-то лет. Живет она в Москве. И как многие женщины ее возраста, давно смирилась с тем, что здоровье уже не то. Сильная боль в ноге мешала ей даже ходить. До обучения у нас сильное защемление в ноге у Ирины. Не встать, не сесть, не положить ногу за ногу. Сложно ходить, иногда нужно останавливаться. Трудности с поднятием по лестнице, недержание мочи. Из-за этого сложно выйти на улицу. От знакомства с академиками, пишет Ирина, до покупки первого курса у меня прошло много времени. Подруга мне прислала ролик о защемлении в тазобедренном суставе. Я посмотрела и решила, что мне это ни к чему. А потом неожиданно пришло время, когда эта напасть меня настигла. Да так, что я перепробовала все, что могла, и ничего не помогало. А боль была очень сильная. Ни встать, ни сесть, ни ногу положить. Я вспомнила про ролик и начала делать упражнения. Представьте, каждый шаг словно испытание. По лестнице подняться – подвиг. Выйти на улицу – вообще целая миссия, потому что внезапные приступы недержания мочи заставляли постоянно нервничать. Ведь может случиться неприятная ситуация, из-за которой придется возвращаться домой. Очевидно, что при таких симптомах вообще пропадает желание выходить на улицу. И как результат, она все реже, эта женщина, выходила из дома. Жизнь превратилась в цепочку болезненных ощущений, домашней каторги. И никакие способы лечения не приносили долгожданного облегчения. После обучения у нас. Сейчас же я хожу и практически не останавливаюсь. По лестнице поднимаюсь, за перила не держусь, смеюсь, что уже практически даже перестала считать ступеньки лестницы. Вы почувствовали разницу? Настроение, вы почувствовали разницу преобладания жизненных преференциях? Или человек сидел дома и был социальным отступником, как когда-то говорил Дюма? Или человек полон жизни, полон энергии, полон желания продолжать свою жизнь? Ирина также пишет. Также важной для меня проблемой было недержание мочи. Очень серьезная для меня ситуация. 2-3 месяца я регулярно делала упражнения, разные, из интернета, от врачей. И вот после прохождения обучения у нас стало спокойно выходить на улицу. Выезжать куда-то, уже со всеми подругами поделилась, что это очень действенные упражнения. Да, мы благодарим участниц, которые делятся, не стесняются. Многие же замалчивают эти проблемы. А это вот просто наши герои, которые не стесняются показать путь другим людям, что это все возможно. Вот такие, какие результаты замечательные получила наша героиня. И вы совсем скоро также сможете убедиться в том, что можно избавиться от боли и начать радоваться жизни, если уделять этому всего 15 минут в день своими руками, без лекарств, без операций. Итак, первый комплекс поможет при болях и тяжести в ногах. Движения станут легкими, свободными, а также подарят ощущение тепла и комфорта в теле. То есть вот все первоначальные состояния мы с вами дискомфорта зафиксировали, и теперь будем смотреть, как это будет все изменяться. Какие предусмотрены ощущения после выполнения комплекса номер один? Снятие боли в ногах, уменьшение тяжести напряжения в мышцах, бедра и суставах ног, появление тепла в ногах, ощущение распирания мышц, как бы увеличение их объема, появление мышечной уверенности, двигательной уверенности, освобождение от газов кишечника и получение легкости в животе. Снятие напряжения в области солнечного сплетения, ощущение мягкого, теплого покалывания в ногах, увеличение объема двигательной активности суставов, легче двигать ногами. Ощущение свободы в тазу, снятие напряжения в икроножных мышцах, снятие напряжения в коленных и тазобедренных суставах.
Итак, мы с вами выполняем комплекс упражнений номер один. Первое упражнение – это воздействие на биологически активные точки под названием точки поясницы. Они находятся у вас на правой и на левой руке. Выполняется воздействие по правилу правой и левой руки. Если вы левша, вы начинаете воздействовать на точку поясницы слева в течение 90 секунд по отношению часовой стрелки к вашему телу. Если вы правша, делаете то же самое на точке поясницы справа, а через 90 секунд меняетесь местами. Да, цифру 1 ставьте, пожалуйста, в чат максимально, чтобы мы понимали, что вы максимально готовы. Я левша, я начинаю воздействовать на левой точке. Татьяна 1 правша начинает воздействовать у себя на правой точке. По отношению к часовой стрелке. Вот, чтобы вам будет казаться, что мы это двигаемся против, а это на самом деле идет аберрация камерная, поэтому вот это движение по часовой стрелке. Чтобы вам легко было себе представить, потому что каждый раз одно и то же. Положите себе часы на это место и посмотрите, в какую сторону у вас идут часовая, минутная и далее стрелка. Итак. Как определить точку поясницы? На месте сгиба кисти. Определите вот здесь анатомическое место, куда у вас палец буквально погружается, когда вы кистью двигаете. Вот такая ямочка анатомическая. Вот она, анатомическая ямочка. Здесь находятся точки поясницы. Мы с вами выполняем рефлекторное воздействие на пояснично-крестцовый отдел. То место, откуда у нас ноги растут. Берутся ноги. Поэтому 90 секунд воздействуем по правилу правой и левой руки. Поехали, Виктор Владимирович. Есть. Не обязательно на весу держать руку. Мы делаем так, чтобы вам было наглядней. Так, 90 секунд воздействуем на точку поясницы. Прям хорошенько так проминаем. Угу. Одна из самых благодарных точек. Очень отзывчивая. Да, мы довольно-таки часто ее используем для оказания помощи и пояснично-крестцовому отделу, и при болях в ногах. Ну, различные прописи, ее так называемая рефлекторная сигнатура, но применяется она очень часто по разным поводам. В данном контексте, конечно, мы говорим о тех моментах, на которые мы указали. Да, у кого-то может быть болезненность, у кого-то нет. Все по-разному. И в одном, и в другом случае это допустимо. Все, закончили. Начинаем на ведущей руке. Вот несколько раз повторяем, и все равно вопросы. Переходим на следующую. Девяносто секунд массируем на противоположной руке. Если утром использовали, ничего страшного. Мы же сейчас выполняем с вами определенный комплекс и определенную последовательность действий. После 22 часов упражнение не делается. Угу. Заканчиваем воздействие. Угу. Следующее воздействие без кислородной гимнастики. И что мы с вами делаем? Виктор Владимирович, можно? Мы с вами выкручиваем... Риторический вопрос. Вам подлиннее, покороче? Нет, не беленькую, моя любимая. Вам вашу беленькую. Да. Пожалуйста. Да. Вот мы просили приготовить такой предмет, как домашняя скалка. Пожалуйста, возьмите скалку в руки. Ладони разместите рядышком.
мы с вами что будем делать? Выкручивание, усилие, как будто у вас белье в руках, и вы его выкручиваете на уровне пупка. Близко к телу, Виктор Владимирович? Максимально тесно. Максимально близко к пупку. Без проникновения в пупочное кольцо. Да. Ну вот, как-то немножко еще чуть-чуть. Да, камеру там немножко не совсем видно. Не получится, да? Ну, вот достаточно понятно, да? Выкручивание на уровне пупка. Мы с вами вдыхаем, выдыхаем, задерживаем дыхание и выкручиваем палку на задержке дыхания. Ваш мозг вам покажет, какая рука у вас ведущая. То есть ведущая рука идет вперед, а выкручивающая назад идет, соответственно, назад. Специально для женщин, которые никогда не выкручивали белье. Я не женщина, а если вы думаете, что я женщина, бросьте в меня камень. Я не женщина, вам, женщинам, которые никогда не выкручивали белье, показываю, как работает упражнение «Добросовестная прачка». То есть правая моя рука у меня выкручивает назад, а левая идет у меня вперед. Вот так. Понятно, что такое выкручивать белье? Только тесно на уровне пупка, не проникая в пупочное кольцо. А ну, локти как себя ведут? Обжимают туловище. То, что можно обжаться. Да. И выполняем в течение всего только 5 секунд. Глубоко вдыхаем. Максимально резко выдыхаем. Хы! 3, 4, 5. И восстанавливаем дыхание. Следующее воздействие номер 3. Воздействие на биологически активные точки Дзусан Ли. Тоже по правилу ведущей руки. Внимательны, пожалуйста, будьте. Если у вас ведущая рука правая, то вы начинаете с правой ноги. Если у вас ведущая рука левая, вы начинаете с левой ноги. Мы сейчас покажем, как определить точку Дзусан Ли на левой ноге. Вот вы видите у меня коленный сустав левой ноги. На него, на самый краешек, мы вот так размещаем ладонь левой руки, обхватываем коленный сустав и четвертый палец укажет нам на местоположение точки Дзусан Ли. Это точка Дзусан Ли на левой ноге. На нее сейчас воздействует в течение 90 секунд левши. Правши начинают воздействовать с правой ноги. Понятно? А потом переходим на другую ногу. По часовой стрелке по отношению к телу. Все, можно менять положение, да. Поехали. Воздействуем 90 секунд по правилу ведущей руки. Так, еще немного. И мы с вами завершаем воздействие. И переходим на другую ножку. На другую точечку Дзусан Ли. Точка лечения 100 болезней. Точка 1000 лет жизни.
точка трех императоров, точка старика Мампы, точка пяти цветов неба, как ее только не называют. Да, давайте мы все-таки оператора попросим показать, как происходит воздействие. Ну, да, достаточно видно сейчас все. Мы с Татьяной Владимировной исповедуем одну и ту же школу здоровья желтой реки господина профессора Конфуция, но воздействуем по-разному. Вот угадайте, пожалуйста, с трех раз. Если Татьяна Владимировна воздействует через одежду на точку Дзусанли, то как я воздействую на точку Дзусанли? Камера умалчивает об этом обстоятельстве. Потому что техники есть разные. Со времен династии Цин известно применение иглотерапии даже через одежду. Ну, достаточно, можно уже переключать. Так. И мы с вами завершаем воздействие. Воздействие на точку пяти цветов неба. Спасибо большое. Четвертое воздействие – это упражнение под названием «Вертикальное братство колец». Это упражнение без кислородной гимнастики. Оно выполняется при вертикальном положении рук. Мы с вами что делаем? Соединяем вот в такие колечки большой указательный палец. Выводим вертикально вверх. Руки максимально вытянуты? Максимально вверх. Максимально вверх. Можете еще подкорректировать камеру? Угу. Вот как. Хорошо видно. Нужно вдохнуть, выдохнуть и на задержке дыхания в течение 5 секунд выполнить усилия по разрыву этих колец. Вдохнули. Раз, два, три, четыре, пять. И восстанавливаем дыхание. Следующая точка воздействия – это точка, точки парные под названием Вэйджун. Они находятся на задней поверхности ноги в центре подколенной ямки. Ну, вот сейчас на другой камере я надеюсь… Да, свет только нужно добавить. Угу. Вот здесь находятся точки Вэйджун. Вот здесь, да, вы можете, не обязательно на весу, и на весу это делать не нужно, а стопа у вас… Нет, определиться можно при… при постановке пятки на пол и определение центра подколенной складочки. Потом ножку приводите к себе и на это место воздействуете, опять же, по правилу правой или левой руки. Если вы левша, начинаете на Вэйджун воздействовать слева, если вы левша, а правши начинает воздействовать справа. Я начинаю воздействовать справа. Камеру переключайте, пожалуйста. Вот, 90 секунд. Я начинаю воздействовать слева. По часовой стрелке по отношению к телу. Поехали. Так. Мягкие массажные движения на центр подколенной ямки. Сразу снимаю вопрос по поводу Бейкера, по поводу варикоза. В этом месте, если есть грыжа Бейкера, если есть выраженные гроздевидные изменения со стороны сосудов, если есть какие-то кожные проблемы в этом месте, конечно, воздействовать нельзя. Ну, если боль в правом подреберье, воздействовать можно. Mm-hmm.
Ну, если у вас такое качество интернета, то хоть телефон, хоть ноутбук, задача как бы не изменится, да. Если зависает... Переходим на противоположную точечку. По часовой стрелке обращаем ваше внимание. По часовой стрелке по отношению к телу. Начинаем с ведущей ноги, заканчиваем ведомой. Киста бикера нельзя. Да. Я только говорил об этом. Точка находится в центре подколенной ямки, на задней поверхности ноги. Если вы левша, вы воздействуете на эту точечку слева, потом переходите на другую ногу, которая у вас должна быть какой? Правой. А если вы, Марина, правша, то вы воздействуете на правую ногу, а потом переходите на левую. По 90 да. секунд на каждую точку. И вот реплика. Мы мне завершили. Абсолютно непонятно, значит, тогда вы не знаете, где у вас ноги. И где у вас колени. Да. Вот. Ну, госпожа Котова боли нет и не было. Замечательно. И это совершенно закономерно, потому что она не пропускает ни одного нашего занятия. Так. Угу. Боли поясницы были 3-4, стали 2. Так. Ну, замечательно. Для формата поясницы это более чем, так сказать, вдохновляющий результат. Прекрасный результат. Вот боль в колене прошла, а да. голеностопы также. А вы оценили, на сколько у вас была цифра, что такое прошла, с какой цифры до нуля? Или, вот. Или вы пишете, да, изменились. Что да, что изменилось? И что изменилось, непонятно. Боли вот в пояснице, у Надежды и в животе были цифра 5, стали цифра 3. Замечательно. Вот, человек нормально все оценил и нормально все прописал. Значит, понятно, что Надежда выполняла упражнение добросовестное, получила результат. Госпожа Тюнина, спасибо огромное, пишет. До упражнения боли в коленях были 5, после в коленях стали 2. Замечательно. Для боли в коленях это тоже очень выразительный результат. Вот представляете, шея с обеих сторон была 3, стала 1. Представляете, шея. И это неудивительно, и мы вам потом покажем тоже, почему это неудивительно. Вот господин некий Олег, который хотел повесить щит на Константинополь. У него было что-то с 3, а стало что-то с 2. Ну, наверное, догадайтесь, Олег, как хотите. Олег, наверное, боится черепа коня своего. Не пишет, где у него были боли. Алевтина пишет, в области коленной боли были с 6 до 1. Или это боль 1? Боли ослабели. А насколько ослабели? Алевтина постеснялась. Догадайтесь меня. Сами. Да. Ну, ослабели и ослабели. Да. Ирина, пояснично-крестцовый отдел с 8 до 7. Ну, тоже результат конечно. Приличный. Всего 5 упражнений. Несколько минут занял комплекс. Угу. Крестец. Были боли с 2 до 0. То есть нет болей. Прекрасно. Угу. Прекрасно. У Натальи чудесный результат. Под коленом у участницы Волковой были на 4, стали 2. Чуть сразу на 2 пункта изменились. Чудесно.